З нами на зв'язку наш глядач. Давайте знайомитись. Добрий вечір. У нас вечір. Добрий вечір. Ви зі мною розмовляєте? Так, з вами Роман. Я знаю, тому що ви написали мені в Фейсбуці. Будь ласка, Роман, розкажіть, звідки ви де жили в Україні і зараз знаходитесь де і чому поїхали? Так, добрий вечір. Я із Запоріжжя. У 2003 году офіційно эмигрировал з сім'єю в Канаду, в Торонто, як независимая міграція, як спеціаліст. Тобто 15 років вже в Канаді я нахожусь. Угу. А чому поїхали? Ну, поехали очень просто. В Запорожье, как бы, не супер бедный человек был. У меня столярный цех был, работало около 20 человек. Сушилка на 20 кубов леса. Вот, в Нюрнберге там отдел подарочный был. Потом маслоцех был на 6 тонн в сутки перерабатывал цех. Плюс папа у меня всю жизнь в милиции проработал. То есть у меня крыша была хорошая, но тем не менее постоянно было. Санэпидемстанция, пожарники. Это всегда welcome, всегда приходили. Вот. И почему поехали? По причине, что постоянно нет никакой стабильности, все меняется. То белые, то красные. Потом вот по этой причине. А в Канаде много перспектив. Чем Канада интересна, что это не Европа, маленькие страны. Здесь большая страна, нас океан защищает. Нет такой проблемы, что в Европе. В Европе тоже не супер хорошо. У мене є знайома сім'я, яка поїхала так само до Канади і витримали там 2-3 роки, здається, і повернулися в Україну. Чи були у вас такі кризові моменти, коли ви були на межі повернутися додому? В Запоріжжя або в Київ, в Україну? Я скажу чесно, я приїхав з короною на голові. Я 3 роки збирав чемодани, приїжджав в аеропорт, друзі мені говорили, що ти робиш, давай назад повертайся. Проблема в тому, що мужчинам сложно устроиться за рубежом, потому что корона на голове, ее надо снимать и работать надо, вот и все. И это было, это всех у мигрантов в течение 3 лет, но адаптация проходит в течение 5 лет, и все адаптируются, и все рады. И у меня сейчас 15 лет в Канаде живу, родителям сделал спонсорство, они приехали, получили все документы. И я вам скажу, что вот тут меня просят приедь в Запорожье, давно не было. Но нет такого мне желания ехать в Украину. Не по той причине, что я там не хочу друзей видеть и все остальное. Просто как-то смотришь со стороны, с Канады, страшные вещи происходят у вас, страшно ехать. Ну, повірте, не такі страшні речі. Ми тут зараз в центрі Києва, тут ніхто тут не... над нами з рушницею не стоїть, тому прям жахи, можливо, прибільшені, які там ви отримуєте. Я хочу спитати вас, за яких умов, якщо коротко, 3-4 пункти, ви би повернулися в Україну? Ну, умова дуже проста – безпечність. Допустим, ви задали вопрос, от дали мені там, допустим, мільйон доларів, да? Я приїхав би, відкрив там свій бізнес, да? Який я, допустим, займаюся сторонку. У меня жена риэлтор по недвижимости, а я билдер, да, вот сейчас вы увидите, я строю там своими руками там помещение. И сдал бы в рент, и из этого зарабатывал деньги, как я в Торонто зарабатываю. Здесь, в принципе, все прозрачно. Здесь ты заплатишь налог в конце года, получишь по таксам, да, то есть... ну, я вам скажу, что пока я не готов приехать. Есть... я люблю Украину, но... Україна не безпечна, щоб їжджати і возити день. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Романе, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Роман з Торонто був з нами на зв'язку. Він так...